Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Максим Ким. Я главный специалист отдела бюджетирования и контроля ТО ремонтов ООО «СУЭК». Сегодня я бы хотел рассказать вам кратко о том, как у нас проводится система технических обслуживаний и ремонтов. Во-первых, как уже говорил мой коллега, после того, как мы создали, отклассифицировали все наше оборудование имеющееся, то есть у нас появился некий скелет, дальше мы можем навешивать на каждую единицу оборудования как ремонты, так и наработки. И основным из показателей являются именно ремонты. С давних времен уже существует несколько стратегий проведения ремонтов, то есть начали все с реактивной стратегии, то есть ремонтов по отказу, дальше уже пошли планово-предупредительные ремонты по техкартам, ремонты по техсостоянию, и в конце концов люди поняли, что необходимо использовать некий совмещенный принцип планирования. В нашей компании мы тоже пришли к этому, и поэтому у нас используется несколько стратегий проведения ремонтов. Это у нас все задокументировано и утверждено. Соответственно, что у нас есть? У нас есть ремонты по отказам, планово-предупредительные ремонты по состоянию и проактивная система планирования. По отказам у нас ремонты не планируются, соответственно, планово-предупредительные ремонты – это некая часть оборудования, которая ремонтируется по техкартам. По состоянию, соответственно, главный механик или служба главного механика проводит оценку технического состояния различными способами диагностирования. Составляется акт выполненных работ, в котором служба главного механика доказывает, что данную единицу оборудования необходимо включить в программу ремонта. Проактивная – это достаточно новая система, которая прогнозирует отказ статистики прошлых отказов и, соответственно, используя математические модели. Основные принципы планирования. Первое – это совмещение различных стратегий, как я уже говорил. Использование системы приоритизации оборудования. То есть у нас есть несколько приоритетов. Первый приоритет – это оборудование, отказ которого приведет к невыполнению производственной программы от 5 до 100%. Сейчас я... Вот. Второй приоритет – оборудование, отказ которого приведет к невыполнению производственной программы до 5%. Третий приоритет – оборудование, участвующее в технологическом процессе, но отказ которого не приводит к невыполнению производственной программы. И четвертый приоритет – это вспомогательное оборудование, а также оборудование, находящееся в резерве и на консервации. Соответственно, для каждого вида оборудования, вот как вы видите на примере вот здесь, для основного технологического оборудования, для каждого вида оборудования, для каждой группы у нас имеется, для каждого вида ремонта у нас имеется своя стратегия. Тем самым мы получаем комбинированную стратегию по каждой марке оборудования, по каждому виду ремонта. Это один из важнейших пунктов нашей политики. Второй пункт – это использование систем приоритетов, да, и третий – это принятие решения о проведении капитальных ремонтов и модернизации по сравнению с закупкой нового оборудования. Это достаточно сложная задача, она решается каждый раз индивидуально, и существует также методика, и поэтому данный вид включен в политику. Ну и, как всегда, плановая годовая программа ремонтов при сборе. Она должна включать в себя обязательно все единицы оборудования. Заносится она у нас отдельно МТР, труд и ресурсы оборудования. Все это должно быть со всеми статьями затрат для того, чтобы в будущем проводить аналитику. Для ремонтов, аварийные ремонты, вот как уже там говорили, они у нас финансируются из, то есть в случае аварийных отказов, данные ремонты у нас финансируются из аварийного фонда, и поэтому они у нас не планируются. Это по поводу приоритетов. Дальше. Здесь, вот на этом слайде вы можете посмотреть о совмещении различных стратегий. Основные принципы, которыми мы руководствуемся, так как у нас во времени ограничено, буду краток. Это уже больше техническая часть.
что если у нас для какого-то вида оборудования, для какого-то вида ремонта применяется стратегия ППР, то, соответственно, она планируется на каждую единицу и включается в программу ремонтов вне зависимости от экспертного какого-то мнения на основании технологических карт. Если для какого-то вида оборудования и для какого-то вида ремонта у нас существует стратегия по техсостоянию, соответственно, как я уже говорил, проводится оценка технического состояния службы главного механика, и на основании этого уже принимается решение о включении либо не включении в программу ремонтов. Ну и третья стратегия по отказу, которая вообще не планируется. А какие виды контроля у нас используются? Это визуальный контроль, инструментальный, разрушающий контроль и прочие виды контроля. Результатом этих всех видов контроля является вот акт оценки технического состояния. А в чем же преимущество ремонта именно по техсостоянию? А у нас на предприятии, например, грамотно составленный акт оценки может привести к увеличению бюджета предприятия в случае, если бюджет ограничен. Для оптимизирования затрат на проведение ТО ремонтов. Когда проводится диагностика оборудования, то, соответственно, выявляются самые значительные дефекты, и тем самым, устраняя эти дефекты, тем самым мы оптимизируем процесс проведения ремонтов. Для принятия решения об инвестировании, в случае, если у нас принимается решение о закупке двух разных марок оборудования, то поднимаются все акты оценки и смотрятся все отказы оборудования одной марки и другой марки. На основании этого мы принимаем решение, какая марка для нас более приемлема. Для повышения эффективности использования визионного оборудования, для проведения сравнения надежности оборудования между производителями. Это я уже как-то говорил. На этом слайде вы можете посмотреть стратегии проведения ремонтов, все плюсы и минусы каждой стратегии. Это то, что было написано опытным путем, то, что применимо непосредственно в нашей компании. После того, как мы все расклассифицировали и разложили все по полочкам, соответственно, мы собираем программу ремонтов. В общем, ее можно изобразить следующим способом. То есть у нас есть всегда какая-то доля оборудования, зданий, сооружений. И все это делится на две стратегии ППР и по техсостоянию. Соответственно, здесь мы можем оценить доли именно по суммам, здесь по графикам ремонтов. У нас один график ремонтов, кейс парус, он заводится на одну единицу оборудования. С правой стороны вы видите уже более подробную разбивку, то есть у нас ППР и по техсостоянию делится еще на каждый приоритет. В случае, если бюджет предприятия ограничен и проводится его секвестирование после рассмотрения, например, у генерального директора, то механики предприятия вычеркивают наименее важное для производства оборудования в соответствии с приоритетами, как я показывал на предыдущих слайдах. То есть у нас 5 имеет наименьший приоритет. Разрешите вопрос? Да, конечно. Вот на этом слайде нет проактивной системы, то есть вы ее не используете, или просто как бы имеете в виду? Проактивная, да, она просто имеется в виду, она является, как в данный момент, является довеской стратегии по техсостоянию. А какое конкретно оборудование по этой системе у вас ремонтируется? Именно проактивное? Ну, основное технологическое оборудование. Все. А это тогда такое? Что? Да? А это тогда какое? Тоже технологическое оборудование? Это какое? Ну, вот вы сейчас говорите. Это все... Систему. Вот мы сейчас рассматриваем технологическое оборудование. Нет, это... ППР и по техсостоянию тоже по технологическому оборудованию говорите. Нет, это вся программа ремонтов. Она включает, как вы видите, и здания, и сооружения, которые не являются основным технологическим оборудованием. Соответственно, поэтому я и говорю, что здесь вот у нас есть третий, четвертый приоритеты, которые в случае секвестирования могут быть вычеркнуты. Хорошо, вот а технологическое оборудование вы по какой системе делаете? Ну, все зависит. Если, например, это комбайн очистные, как я уже показывал на предыдущих слайдах, например, вот у нас есть стратегия, вот комбайн очистной.
Если планируется техническое обслуживание, то, соответственно, оно проводится ППР, плану предупредительно, то есть за определенные промежутки наработки. Если проводится текущий ремонт, то, соответственно, по техсостоянию, значит, необходимо провести оценку каким-либо способом. Скажите, здание у нас к какому приоритету относится? Здание – четвертый приоритет. А если упадет, как можно? При секвестре можно не ремонтировать, но просто если упадет, так ничего. На 100% Нет, но если у нас говорится о том, что какое-то жесткое секвестирование, то, конечно же, у нас все-таки производство, это оно стоит всегда на первом месте. Или, например, мост разрушен. Но до такого состояния мы обычно не доводим. Нет, обычно... Вы говорите к четвертому приоритету. Ну, четвертому приоритету. ЗИСы все относятся к четвертому. Конечно. Мы же именно позиционируемся с точки зрения добычи. И для нас все-таки, я говорю, как производство, оно стоит на первом месте. А здание и сооружение, конечно же, вот, например, в прошлом году у нас отдельное внимание уделялось именно, мы уделяли внимание именно зданиям и сооружениям в программе ремонтов. Потому что наш директор, он, соответственно, потребовал увеличения затрат именно на эту часть, как вы говорите, чтобы что-то там не рухнуло и не развалилось. Да, а как вы с предписаниями государства? Предписание – это вот как раз-таки то, что касается по ППР. То есть у нас, например, ЖД-оборудование, да, которое обязательно необходимо ремонтировать по стратегии ППР, и РЖД не выпускает на пути общего пользования вагоны, в случае, если оно не ремонтируется в определенное время. И ну, так... Здание и сооружение тоже бывает по предписанию, либо техническая экспертиза проведена, и вам необходимо ремонтировать. Ну, если я же говорю, что у нас стратегии, они описаны в общем на вид. В случае, если, например, имеется какое-то здание, которое необходимо ремонтировать по предписанию, я думаю, что это не все здания. То, соответственно, данные, если предоставят вот это вот предписание, то мы это и будет являться основанием включения в программу ремонта. Вот, соответственно, после того, как мы собрали всю программу ремонтов, мы можем проводить некие аналитики. Вот, например, я вам показываю по группам оборудования, какая у нас доля затрат на ремонты в общей доле. То есть вот у нас, как вы видите, здание и сооружение, в принципе, выделены отдельно. Так, также для анализа мы используем вот этот вот коэффициент RAF, который показывает, много ли мы вообще тратим на ремонты. По последним показаниям у нас мы находимся в 2%, то есть на 2000, а это лучший показатель 2%, вот мы находимся в 3%. А это ежегодные затраты на общую стоимость, да, получается? Ежегодные затраты, да. А если жизненный цикл 20 лет, то совокупная стоимость это как получается? Но мы не считаем, это не прогнозируемый какой-то коэффициент, это коэффициент, он фактический. То есть затраты на ремонт и на стоимость в... У нас есть состав оборудования, в котором занесены все единицы оборудования. Для каждой марки оборудования у нас есть стоимость на текущий период. И, соответственно, рассчитав затраты на ремонт и поделив их на стоимость производственных активов именно в ценах нового оборудования, мы получаем данный коэффициент. Также, так как у нас предприятие добычное, то, соответственно, одним из главных показателей является именно удельные затраты на тонну добычи. То есть мы берем, у нас есть удельные затраты на ремонты в общем, как совокупность ремонтов оборудования плюс зданий сооружений, но это нас не очень интересует. Нас интересует именно удельный показатель в плане самого оборудования, то есть затраты на ремонты оборудования, которые относятся к добыче. И, соответственно, по годам мы видим удельные затраты, то есть это в текущих ценах и в дисконтированных ценах. Для того, чтобы оценить эффективность вообще ремонтных воздействий, мы проводим анализ простоев именно по причине отказа оборудования и доля простоев в общем календарном фонде времени. Эти показатели тоже нам помогают посмотреть, эффективно ли мы вообще проводим ремонты. Сам анализ программы ремонтов у нас складывается из нескольких
подпунктов – это фактически исполненные плановые ремонты, не начавшиеся ремонты и внеплановые ремонты. Фактически выполненные ремонты – это основной показатель для главного механика, и этот показатель складывается из двух – это выполненные в срок и не в срок ремонты. Не начавшиеся ремонты мы также внимательно рассматриваем, они у нас делятся на перенесенные, отмененные ремонты и ремонты без информации о причинах неисполнения. У нас в парусе каждый график ремонта возможно прокомментировать в случае его невыполнения или в случае переноса срока. И внеплановые ремонты. Внеплановые ремонты по техсостоянию, либо по отказам бывает. И также каждый внеплановый ремонт у нас комментируется. Вот такой вот, в общем, анализ мы проводим ежемесячно. На основании этого мы делаем какие-то выводы и направляем в регионы для того, чтобы как можно улучшить вот этот вот показатель. Это наглядный пример анализа причин именно не начавшихся ремонтов. У нас есть классификатор неисполнения, то есть, вот, например, в данном случае отпала необходимость проведения ремонтов, есть несовременная поставка запчастей, организационные причины и так далее. Данный анализ мы проводим по годам и, соответственно, смотрим, что не так. Либо это служба снабжения виновата, либо служба главного механика плохо планирует ремонты и так далее. В общем, все.